Ребята, всем привет, с вами Димон, сегодня в лайв-формате. Чтобы было максимум эмоций и впечатлений, я покажу вам ТОК 2. Какая же это имба, если играет через задницу? Погнали! Так-то, ну пушка нормас. То есть для такого БР пушка у нас нормальная, вопросов нет. Но у нас нет скорости, как выяснилось, нет брони. Ну, помчались, вот так вот, с богом. Сейчас, пацаны, скоро будем в сражении. Погодите, еще минутки две, наверное. Ну, полторы, может быть, если повезет. Здесь мы заранее развернемся. Мобильная техника, сами видите. Сейчас развернемся, че вы? Сейчас развернемся, обождите. Сейчас все будет. И теперь вот задним ходом. Погнали. Скоро будем сражаться, не волнуйтесь. Сейчас все будет. Теоретики писали, что вот, жопой можно еще пожить на этом танке. Вот сейчас буду проверять. Надеюсь, мне будут стрелять только в жопинь. Уже, блядь. Но я же ехал, блядь. За какого черта? Ракетоньками? Ракетоньками! Эй, нечестно! Ты должен стрелять не в жопу! Сразу развернемся. На 6. И три, концепты катаются, какие-то убер-мобили из будущего, там где-то уехало он чудовище из будущего. Я-то что здесь делаю? Алло, я 43-й год. Я даже не воевал никогда. Вы чё? Ну просто за что, улитка? Чего вы так торопитесь поднять БР? Вы же его даже не тестировали, у вас нет серверной статистики. Почему вы так быстро подняли БР? Вот на основании чего? Ну давай, ты меня не пробьешь, я жопой стою! Понял? Это имба! Это имба, посмотрите, что происходит. Так, еще, знаете, жопоньку так возьму. А, они как, они косые все, ребята. А что с... Да, куда мне попали? А я, дыр, мне в башню попали, да как так-то? Да почему вы так, читеры? Я же сказал, в жопу стреляйте. Башня не должна была пробиваться. Почему вы все стреляете в башню? Чертовы гении. Они все мне стреляют в башню. О, наконец-то, первый мой. Вот первое попадание в жопку. Нормально. Вот единственный адекватный игрок. Ну, который, ну, хотя бы чуть-чуть уважения проявил к ТОГу. Слушайте, ну, нормально, жопой живем. Посмотрите. Жопой живем. Реально живем. Прям без сарказма. Все нормально. Все... Братан, не волнуйся, я тут постою. А, вот, все. То есть, там члены экипажа в башне постоянно меняются. Двоих положили, новые пришли. Двоих положили, новые пришли. И так, пока 8 человек не закончится. То есть, в этом плане, да. Но уехать не могу, ребята. Ага, понял. Валим. Ну, кстати, зум неплохой. Пушка и зум в целом неплохие. Да, видите, в плане пушки все отлично у этой машины. Братан, давай я вперед. Я могу утанковать. Видал? Первый я не пробил. Блин, а... Там пантера вечность будет давать, а там... Заряжаю еще ей. О! Да-да-да-да-да-да-да! Блин, его подбили все-таки, видите? И бомба! Но я минус 5 успел сделать. Пацаны, ну что, имба? Имба? Жопонька, когда играет имба? О, вы что, серьезно? Вы серьезно? А, стоп. Сейчас развернемся. Сейчас все будет, парни. Так, а что остается? Все только так и будут на нем играть, поверьте. Таким образом, он хотя бы уязвимые зоны может спрятать в корпусе. В башне нет. Ну, в смысле, башня пробивается на... 5.3, 5.0, там, как угодно. Ну, хотя бы и боеукладка не шотается. Что боеукладка вот здесь вот, в щечках корпуса находится. И она спрятана, по крайней мере, сейчас.
Я люблю вот такие машины, как T-18, да. Но там все оправдано. Машина реально бронированная. Пускай у нее нет 100-500 человек экипажа, но она танкует. Передом едешь, и ты знаешь, что тебя хрен пробьешь. Вот смотрите, вот мне сейчас выбивают двигатель, я в таком положении зависаю и ничего не могу делать. Вот, 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 я вижу. Я вижу там челика. Смотрите, вот сейчас... Ой, а что это такое? У меня же 8 членов экипажа! Мать моя женщина, в боеукладоньку, что ли? Да, задел боеукладку! Ну, блин, ну как так-то, ё-моё, имба же! Твари! Я месяц ехал до этой точки! Да как вы... Боеукладку, что ли? Ну-ка, давай посмотрим. Снова боеукладка. Летит. Это я корпус не успел. У меня не было времени просто его отвернуть. Пока я... Так, боеукладка... А, это вот где боеукладоньку у меня зацепило. Вот, видите? Они вот и сидят на этой боеукладке. Внизу вот, под ногами, которая сдетонировала. То есть, прошила корпус. Ну вот и все. Два попадания в боеукладку за сражение. Минус два тока, ребята. Да, это похоже на извращение. Я медленно разворачиваюсь, медленно еду. Тошню миллион лет. Чтобы мне бахнули боеукладку и ваншотнули. И уже не имеет значения, сколько у тебя членов экипажа, если она сдетонировала. Поехали дальше. О, что происходит с этой картой? Действительно. А ее изменили, да, я смотрю, такая она другая. Но если она туннельная, как и вот я ее предполагаю, судя по... Да, мне она нравится. Для Тога это нормально, кстати. Вот игрок на Тоге 2, кстати, тоже. Братан! Развернись, я тебе отвечаю... Тебе это спасет жизнь, возможно. Развернись. Как ему написать? Just play. А, Джастин. Его Джастин Бибер. Джастин. Жопуй. Ролик записывает дрянь такая. Сейчас я мишку выбью. Вот ты будешь без мишки. Вот, сейчас откопытишься. Иностранец, вот тоже блогер какой-то, видимо. Раз этого ему технику дали на аренду. Сейчас вот откопытесь, а будешь потом локти кусать. А я тебе говорил, что надо жопой играть. Да что ж так... Как жопа не работает против горок? Ё-моё! А знаете что? Может это и к лучшему. Это судьба. А что такое Justin Play? А куда ты делся? Что, тебя уже подбили? А я тебе говорил. Смотрите, все, поиграл иностранец на Тоге. Ваншотнули его. Вон, горящий. Ваншот. Ваншот, камшот. Я говорил, я говорил. Я предупреждал. Я... Зараза, видите, все, вот. Наводчика заряжающего. Наводчика за... А, блин, а это боеукладонька была, кажется. Даже жопа не спасла. Ну-ка, давайте. Хоть здоровенная башня, понимаете? Ее невозможно спрятать. Да и игроки... Некоторые тупят, да, некоторые реально тупят и в жопу стреляют. Но адекватные, понимающие, они сразу лупят в башню. Поэтому ничего не спасает. В чем разница с тем Джастином Плеером, ТВ, иностранным блогером? Он слился с одного попадания, я слился с 3-4, потому что вот жопа меня, может быть, чуть-чуть засейвила. Давайте, святой... Святой снаряд, давай. Дынь! Да ё-моё! Да ё-моё, давай! Ну еще разочек. Давайте в пулемет попаду. Ну почти. Самолеты, не трогайте меня. Зараза. Ток 2, вперед. Я ему в крышу уже накидывать начал. Я уже как миномет работаю. Давай. Ой. Как я и планировал. Так и задумано на самом деле. Эта битва будет легендарной. Чуть-чуть. Он меня пробил, я его не есть! Только два имба, ребята, я порвал, я к пантеру. Это имба. Короче, ну теперь мы в этом убедились. Видите, в долгу, если играть, машина разрывает.
вражеские самоходки проигрывают этой машине. Да, ну что, пацаны, мечты сбываются. Качаем ток 2. Самолеты его, кстати, дрючат только в пути. Вот этот еще, видите, у меня член... сука, еще и бомбу скинул. 250 флот. То есть самолеты его дрючат на отлично. Он от самолетов не выживает. С небами его можно сносить там всякими... ну, короче, неуправляемыми ракетами очень легко. Он шатается на отлично.